Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф. Ура! Следующая серия по пути бомжика наконец-то началась. В общем, ребят, в этой серии у меня по плану там купить кое-какой предмет. Я не помню какой, ну, мне кажется, это пояс, либо какие-то... Не, плечи нет, это пояс, да, это точно пояс. Еще, ребят, я очень сильно хочу в этой серии выполнить один классный квест, который, он почти выполнен, но там осталось, ну, совсем чуть-чуть. И еще, если получится, друзья, то я бы очень сильно хотел, возможно, бы хотя бы накопить на один слот. Хотя, мне кажется, я не смогу накопить, потому что я не знаю, сколько он стоит. А если он стоит дорого, то я реально не смогу это купить. Давайте сейчас проверим. Тут 20 лямов. Вот, 150 лямов. В принципе, если я сейчас куплю этот слот, у меня остается 90 лямов, а пояс стоит вроде 150 лямов или сколько. То есть мне осталось 50 лямов нафармить. Я сейчас юзаю какой-то кодик, если я найду какой-то кодик, который доступен для меня. Frozen Bug Reboot называется этот кодик. Сейчас мы его вставляем. И, ребят, да, мы получили вот такие вот бусты на Clover, на Mountain, на Stamp, на Pepper. Короче, много бустов. Давайте кое-что проверим. Мне интересно, улиточка уже нормально сейчас себя чувствует или она до сих пор улетает? О, вылазит. Блин, она до сих пор еще не пофикшена. Но я вижу, что она прям упала и умерла. Просто взяла и умерла. Ладненько, короче. Улиточка наша, к сожалению, взяла и уничтожилась. Давайте сейчас, пока у нас идут бусты, хоть какие-то вот такие вот разные, мы немножечко пофармимся на пеньке. На пеньке, мне кажется, будет нормально. Хотя нет, на пеньке мне будет ненормально. Я не в синей пыльце, ребят. Я даже не знаю, на каком поле лучше пофармиться, друзья. Ну вот у меня сейчас рюкзак 12 миллионов. Давайте мы сейчас дофармим до 300 миллионов. Мы как раз немножечко подкопим вот этих вот токенов бустов, которые вот мне сейчас нужны. Сколько мне еще? 210 штук. Ну как раз, мне кажется, если я дофармлю 210 штук, то задание выполнится. Там останется еще скрафтить пару предметов. Это тоже мы здесь сделаем. Ну это я вообще не считаю, что что-то сложное. Так что, ребят, давайте быстренько вот это все выполняем. Пришел какой-то топер. Прыгнул за улиткой. Хочет прыгнуть за улиткой. А, я думал, он туда провалился. Серьезно. Не, он никуда не провалился. Короче, ребят, смотрите, он... Ух ты, что даже звук добавили. Ух ты, что даже звездочки летают. Ух ты, что как красиво все выглядит. Ну, конечно, не так, как в моей игрушке. Но, блин. Скоро, еще несколько обновлений, и моя игрушка тоже достигнет такого хорошего уровня. Кстати, ребята, в моей игрушке вышло обновление. Там я кое-что добавил. Очень интересный, крутого щенка, который, ну, вообще реально очень крутой, очень годный. Добавил новый магазинчик, очень интересный. Ну, это, так знаете, для тех, кто не играет, но... надеется, что игра пару раз обновится и будет что-то хорошее. Да, ребят, так и будет. Приглашаю, заходите, играйте, не снять ролики по моей игре у меня есть на канале. Немножечко вот так вот мы пропиарились. Теперь давайте, друзья, мы поиграем нормально в Бисвар. У меня по плану сегодня купить пояс. После пояса я бы хотел себе купить какой-то наплечник. Но так как, ребята, этот наплечник стоит, ну, немалых денег, я бы сказал, прям таких больших денег, там нужно очень много шипов, которые я буду фармить очень долго, то, возможно, я, знаете, что сделаю? Я, возможно, возьму и все-таки себе немножечко поиграю за кадром, ребят. Я буду заходить иногда в игру, ставить на АФК... в наушниках, конечно, в ушах, и слушать, когда будет появляться ночка, когда будет где-то появляться шипастик. Так, давайте сейчас изнем за один тикет вот эту вот штуковину. Отлично, плюс 14 тысяч. А, так у нас бустик вот такой вот хороший есть. Блин, мне бы было хорошо на кокосике пофармиться, потому что у меня получается, что я больше для белой пыльцы собран сейчас. Вот. Ну, а тут в этой белой пыльцы не так уж и много. Ну, короче, ладно, давайте. Еще 300. Ой, каких 300? Еще 30 лямов осталось, ребят. Это вообще фигня. Только давайте проверим, сколько токенов. А токенов еще много, ребят. Токенов я буду фармить и фармить. Очень долго. Давайте мы так вот немножко разгонимся. Я это все вот комментировать не буду. Как только, ребят, я соберу последний токен, то, ребят, мы продолжим, окей? Так, блин, мы уже опять забили рюкзак. Капец, как быстро.
Ну ладно. Будем юзать микроконвертеры. К сожалению, у меня очень много микроконвертеров, которых я до сих пор не использовал. Это надо было уже давно организовать, обмыть, использовать. Ну да ладно, короче, ладно. Фармим дальше. У нас уже почти 300 лямов, но токенов еще много надо. Блин, ребят, я вон только теперь заметил, что мне нужна красная способность. Я думаю, блин, я же столько токенов собрал, и у меня только... Там несколько добавилось, серьезно. Ладно, надо что-то делать. Надо как-то... Вот эту ситуацию нужно как-то, я не знаю, как-то решать. Чтобы это вот все быстрее вот выполнить. Давайте так, я добиваю этот рюкзак. Потом мы пойдем к улью, будем немножко разгружаться. И, друзья, я там немножечко пчелок поменяю. Поставлю каких-то рандомных красных, просто без разницы, любых пчелок. Чтобы мне токенов побольше выпадало красных. Вот мне бы сейчас пресайз помог. У него там много токенов способностей выпадает. Очень много. Окей, рюкзак мы забили. Давайте по пути мы заберем вот эту штуковину. Как она называется, я забыл. А, плантер, вот. Плантер конфетный, или как он там называется. Кэнди плантер. Вот так вот он называется. Я хорошо его помню. Или это был не Кэнди? Да, Кэнди плантер. Мы там собрали много разных ресурсов. Я особо даже не, ну, типа, не наблюдал, что там выпадало. Да ладно, какая разница. Давайте тут еще один заберем. Хотя нет, давайте потом заберем, когда расчистимся, потому что сейчас вся пыльца пропадет, которую я заберу из плантера. Вот. И так, смотрим в наш улей. У нас тут есть, смотрите, кто. Есть Брав одаренный. Я вообще не знаю, зачем я его оставил. Ну, возможно, он мне просто выпал, я его держал для амулета. И, возможно, так я его и оставлю. Ладненько, давайте, значит, будем менять наших лек. Так, у нас там ничего не включено, чтобы я сейчас вот все вот эти вот рояль-желейки не потратил. Давайте ищем красных, ребята, пчелок, любых красных, без разницы. Мне нужны красные токены. Так, тут, наверное, бомбочки будут выпадать. Тут нам будут выпадать... Тоже, наверное, бомбочки или что-то там еще, не знаю что. Даймонд я пока что оставлю, пускай стоит. Командера, в принципе, на изи можно достать. Хоней, Би, вообще зачем она мне сейчас тут вот... Я не знаю, у меня улей такой, что просто трындец. Я давно не играл, но когда смотрю на свой улей, на бомжики, у меня там глаза просто вот так вот, кровь из глаз так вот рвет прям. Как вот сейчас вот мед из меня пчелки высасывает. Вот так вот прям кровище сыкает. Короче, ладно, давайте я сейчас... О, щепи, может быть, сойдет. Давайте еще кого-то поменяем. Может быть. Бабла. Да, бабл неодаренный, зачем он нам? Давайте мы его сейчас махнем. А, раскал был, блин, зачем я нажал? О, божечки. О, рейдж, ну, рейдж тоже нормально, сойдет. Короче, давайте уже все-таки доразгрузимся. У нас тут бусты почти уже истекли, 6 минут осталось. Ну да ладно, короче, давайте мы потом вот это вот все разгрузим. Давайте сначала пойдем заберем плантер, а потом, ребят, пойдем продолжим немножко пофармиться. У нас тут сейчас некоторые бусты появились опять. Во, ананасики выпали, Blue Extract. И немножечко даже вот этих вот выпало, как их, блин, верлигигов. Да, весело, весело, очень весело. Короче, 5 лямов у нас. А, так нам дали даже... А, стоп, я же на поле был, который мне повышает капасти. Ну ладно, все, я понял. Короче, пошли дальше, ребят, фармиться. Сейчас у нас будет побольше бустов, но так как у нас теперь побольше красных бустов, можно было бы пойти на красное поле, но оно у меня сейчас недоступно. Перец сейчас мне недоступен, так как я очень такой вот нубик. Короче, ладно, давайте сейчас еще 150 токенов, 160 точнее, найдем. И, короче, мы, ребят, потом продолжим. А пока, ладно, просто давайте, ну... Подождите. О, ребят, наконец-то я это задание выполнил. Короче, я уже хотел до 500 миллионов дофармить, но я тут вспомнил, что мне так особо и, ну, так много и не надо, если честно. Так что, в принципе, давайте я вот добиваю этот рюкзак и нафиг сваливаем. Буст еще долго будет длиться, еще 10 минут, можно было бы нормально пофармиться, но... да зачем, короче, ладно, все, валим, нафиг, нафиг нам надо столько меда. Теперь давайте, ребята, пойдем, ребят, посмотрим в туннельный вот этот вот подвал. Короче, к туннельному мишке сейчас мы пойдем, попробуем его убить, надеюсь, он сейчас опять лагает. А то как-то не особо хочется, чтобы он за мной бегал. Нет, пожалуйста, не бегай. А, я не возьму уже. Все, надо, чтобы кто-то дал мне токен Линк где-то отсюда. Давай, пожалуйста, токен Линк. Линк, есть. Отлично, шипы пошли в движение.
А он залагал, ребят. Когда я его ударил шипами, он завис. Смотрите, он просто не может передвигаться. О, вот это я понимаю читерство. Половина жизни мы ему уже снесли. Он потихонечку, так медленно, но уверенно передвигается к нам. Я думаю, что где-то к 2024-му он к нам обязательно дойдет, но, к сожалению, он не доживет, мне кажется, скорее всего. Ладно, еще один шип берем, и, ребята, ну, надеемся, что сейчас выпадет какое-то яйцо. Я бы хотел, чтобы это было легендарное, желательно. Хотя мне без разницы. Побольше клея надо, побольше клея, если клей из него выпадает. А, не выпало. Ладно, сколько тикетов? 10. Ну, такое себе. Энзимка, это хорошо. 3 энзимки. О, это как раз то, что нам нужно, ребят. Я помню, что нам нужно в этой серии еще много энзимов нафармить. А на это надо будет потратить много времени. А это опять много часов игры в Бисварм. А это, ой, блин, надо потом много будет вырезать. Так что я буду стараться как можно меньше комментировать. Короче, друзья, давайте сейчас мы все-таки пройдем, освежим свою память, посмотрим, что там у нас вообще по рецепту этого пояса. Потому что мне кажется, что, ну, что-то я не помню, что там вообще надо. А, пояс. Ага, ойлы у нас есть. Это хорошо, это очень хорошо. 50 энзимов, то есть осталось 10. Но для 10 энзимов нужно 500 ананасиков, а ананасиков у нас особо-то и нету. Ладно, значит, мы их не будем сейчас пока что трогать. Посмотрим дальше. Клей. 46. Это мы тоже на изи сейчас фармим. У нас вроде бы там, да, есть гандропы, мы можем скрафтить, но есть у нас еще один очень классный, очень интересный способ. Я специально перед роликом не брал. Плюс 3, то есть нам, ребята, осталось один клей скрафтить. Ладно, мы это сейчас скрафтим. Нам только энзимы и только... клей. Клей один. Один клей. Все, один клей нам хватает. Давайте сейчас мы еще убьем волка. Волка мы убиваем обязательно и получаем оттуда что-то. Возможно, клей даже, если повезет. А потом пойдем, ребята, паучка грохнем. По дороге грохнем еще короля жуков. Может, амулетик обновим. У нас, короче, планы как у Гитлера. Но очень-очень-очень неудачные, наверное, будут. Вот сейчас клей точно не выпадет. Да-да-да. Короче, ладно, давайте сейчас пойдем на вот это поле. Тут у нас паучок прячется. Иди сюда. А ну. Опа, он нас ударил даже. Ты чё вообще, Вася? Да, гандропинка выпала. Одна штучка только. Ну, тоже мелочь, а приятно. А, тут забираем блуберри. Сюда идем и убиваем короля жуков. Надеюсь, отсюда выпадет мне вот эта штуковина. Энзимка, точнее. О, нифига себе, ты ожил. В прошлой серии ты стоял на месте. Ну ладно, мы тут вот так вот встанем. Надеюсь, нас бить не будешь. Ну, если раз ударишь, ну, ничего не случится. В принципе, да, ничего не случилось. Еще раз я тебе говорю, я тебе башку оторву. Понял? Вот видите, вот так вот надо с ними говорить. Короче, смотрим. Мед. О, энзимка одна. Одна это мало. Одна это очень мало. Но это хорошо, что хоть что-то выпало. Окей. Я вижу, что у нас тут еще и плюс 5 тикетов. Одна энзимка, то есть получается нам еще осталось энзимов штук 9, а 9 это у нас 450 ананасиков, а 450 ананасиков нам не хватает 260. То есть получается, ребята, ну, если росток закинуть на ананасовом поле и собрать все ананасы, которые там выпадут, то это получается я штук 25 точно заберу, это получается 10 ростков, 10 ростков как раз у меня есть. Сейчас надо будет, ребята, очень жестко потеть, так что... Да, будет жесть. Короче, ладно, давайте еще кого-то тут убьем. А, можно рулеточку сыграть, там тоже энзимку можно достать. О, точно, я так сейчас и сделаю. Только давайте скорпиончиков поубиваем. Нам отсюда, к сожалению, ни энзимка, ни ананасик не выпал. Но это такое себе. Ладно, идем сюда. Смотрим. Рулеточка, пожалуйста. Так, тикеты неинтересны, рояль-желейки тоже неинтересны, это тоже неинтересно. 25 ананасов, клей! О боже. Где? Как? Я запомнил, отлично, половина энзима мы нашли, все, супер. Теперь нам осталось найти на 25 ананасиков меньше. Так, теперь давайте-ка мы быстренько скрафтим 8 каких-то ингредиентов. Ну, клей. Один обязательно, то сразу ускоряем.
Можно гандропинки. Гандропинки тоже можно. Вот, 7 штучек. И смотрите, что мы сейчас делаем. Хоп, у нас выполнился квест. Сейчас мы сдадим этот квест, и я все-таки надеюсь, что оттуда что-то выпадет очень хорошее. Кстати, на кловере заспавнился росточек халявный. Это еще плюс 5-6 ананасиков. О, сейчас мы заберем. Сейчас мы это все соберем. Кстати, ребята, еще раз напоминаю, возможно, уже кто-то забыл. Короче, в этом ролике будет кодик на мою игрушку. Кто не играет в мою игрушку, ребят, заходите. Заходите, потому что она реально очень имбовой делается. Каждое обновление ее очень сильно улучшает, ребята. Интерес растет и растет. С каждым днем все больше и больше новых лиц появляется в игре. И все они задерживаются. Больше такой сложности уже аж не чувствуется, как раньше. Ну, есть сложность в фарме каких-то вещей. Но очень часто теперь в Discord заходят ребята, которые пишут: о, я за день купил полностью первый сет. Хотя планировалось, что за день можно было бы купить хотя бы 2-3 шмотки на изи. Но получилось так, что ребята, ну, типа, не могут это все нафармить. Ну, ничего, я еще добавлю много способов разных для фарма, и тогда все будет отлично. Короче, сдаем квест. И получаем что? Энзимку. Супер. Это минус 50 ананасика. Теперь давайте возьмем новый квестик. Что тут у нас дадут? А ну-ка. О боже, сколько он там хочет. Короче, изичный квест, но мы его сегодня не выполним. Давайте так, я сейчас... стоп, я что-то планировал там... А, во, росточек халявный. Давайте росточек халявный зафармим. Посмотрим, сколько я сейчас смогу нафармить. Ну, хотя бы 2 ананасика. Мы сейчас должны из вот этих вот нубов собрать. Не, ничего не выпало. Я что, задание какое-то выполнил? Да, полярный мишка. Сейчас мы полярному мишке сдадим квест. Только, пожалуйста, ананасики. Ананасики. О, ананасик один. Я хотел 6 штук. 6 штук из этого ростка. Я сумею собрать или нет? Вот, уже 3 собрал. 4. Блин, все идет не по плану, ребят. Все идет очень плохо. 4 собрали, плюс 2 мы на ананасовом поле случайно взяли, так что получается 6 штук, как я и хотел. В общем, у нас уже 202, да? 202 ананасика. Получается, нам нужно еще... сейчас, секунду. Где наши энзимы? 42, 8 штук, 8 на 50, 400, то есть нам нужно еще 200. То есть 200 ананасиков, ребят. Ну, 200 ананасиков, я думаю, что я сейчас справлюсь с этими ананасиками. Давайте, друзья, сначала мы... Пойдем. Что мы будем делать-то? У меня уже вроде бы всего хватает. Кроме энзимов. Шипастик появился. Окей, значит, мы идем бить шипастика. Давай, иди сюда. Тут ребята со мной играли. Вот. 2 ребята со мной играют. 2 чувачков. 1 АФК. А, он разгружается. Ну, если бы он сейчас сюда подбежал, было бы круто. Это же, получается, я сейчас получу очень много шипов. О, так я без него справляюсь. Мой шип, смотрите, как много дамажит сразу. Так, ну, еще 5000 осталось. Короче, мы тут поставили плантер красненький. Красненький плантер, он дает свечи. И свечи, я думаю, что в будущем мне что-то там помогут. Я не знаю, что, но мы посмотрим, на что они пригодятся. Пока, смотрите, а я вот поднимаю еще один шип. Иди сюда. Вот, этот шип почти, можно так сказать, добьет этого Вициуса. Вот, 3, 2, все, отлично, плюс 7 шипов. Сколько у нас уже этих шипов вообще есть? 28, осталось 70 штук, ребят, 72. Это если так вот хорошо поиграть, то можно за день нафармить на изи, даже не потеть. Но пока что, ладно, мы этим заниматься не будем. У нас сейчас в приоритете просто купить пояс. И для пояса нам опять нужны эти ананасики. Давайте так, мы сейчас пойдем вот эту штуковину возьмем, если я ее не брал. Значит, мы сыграем вот эту еще рулеточку. Тут, опа, 15 ананасика, это очень много. О, блин, дайте, пожалуйста, ананасика. Я не помню, где тут. Фух. Аж вспотел. Отлично. Где-то грибочек появился. Я бы сейчас и грибочки пофармил, но вижу, что прыгает ананасик. Надо его забрать. Все, забираем. Теперь убиваем мантиса. Мантис нам тоже какую-то фигню даст. Ну, точно не ананасик. А нет, дал ананасик, смотрите. Сколько?
один. Тоже хорошо. Короче, ладно, все, хватает нам этих вот разных способов фарма. Давайте сейчас мы пойдем и зафармим все-таки росточки. Я слышу что-то. Какие-то звуки странные были. Ну ладно, короче, где наши росточки? 10 штук. Опа, Blue Extract. Даже лучше, чем ананасик. Окей, запускаем. Обычный выпал, ну это хорошо тоже. Тоже нормально. Сейчас смотрим, сколько я смогу собрать ананаса с одного ростка. И мы можем подсчитать, сколько мне нужно ростков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так снизу пишет, не надо считать. Короче, ладно, вы смотрите, наблюдайте. А я буду, ребят, бегать за ананасиками. Пожалуйста, ананасики, сюда. О, так, вот, супер. Отлично. Давай сюда, сюда, сюда. О, как много. Ох, как много. 25, 26, 27. Ну, еще хотя бы двоечку. Ну, ребят, 27 ананасиков, да? Я говорил, там 25 с одного росточка можно собрать. Можно даже больше собрать. Вы там, я думаю, прекрасно это видели. Но 25 с одного, то есть, получается, если нам нужно 200, то получается, что нам... сколько, получается, нужно этих? 1 это 25, 4 это... соточка, 8 ростков. Да, 8 ростков. Если хорошо постараться, то можно за 7 даже справиться. Ну, в принципе, нормально. Но так как, блин, мы только что из рулетки достали немножечко. То есть, смотрите, у нас уже есть 250 на 5 штук. Еще на 3 штучки нужно. Еще 150 этих нужно. Это получается 2, 2, 4, 6. 6 ростков. Если хорошо постараться, то можно, возможно, даже и за 5 справиться. Ладно, сейчас будем стараться. Сейчас будем потеть. Сейчас будем немножечко... вот так вот. Поехали, короче. Все, давай. Вот тут вот вижу, прыгает ананасик. Отлично. Плюс один. О, мы уже себя немножко запустили. Ставим поливалочку одну, поливалочку вторую. Еще один ананасик. И, короче, ребята, погнали. Росток лопнул. Так, фармим. Очень много исчезает, я не успеваю, ребят, я не успеваю за этим всем бегать. А, пожалуйста, что вы так быстро исчезаете? Дайте, пожалуйста, я немножко вас пофармлю. Ананасики, Анет, сделай какой-то таймер получше. Моей скорости не хватает, чтобы я вот это быстро пособирал. 23 только. О, блин, это печалька. Ну ладно, это очень мало, это прям, ну... вообще не результат. Так, для хорошего результата нам нужна хорошая скорость. И сейчас мы это вот все исправим. У нас тут есть одно очень интересное место. Оно нам очень сильно поможет. Берем вот эту вот штуковину. И, друзья, мы ускоряемся на целую минуту. А сейчас будем, друзья... Опа-опа, тут кто-то пробежался, да? А, все, кидаем росток. Зафармливаем. Опа, плюс один. Блин, это же 23, это вообще фигня была. Так, мы ускорились, наша скорость почти сейчас исчезнет. Давай быстрее, боже, я пока этот росток взломаю. Боже, как я быстро бегаю, я по ананасикам не успеваю зафигачить. Я щебеню, вот это быстро, вот это скорость. Сколько я уже собрал? Я не считаю вообще. Сейчас мы посмотрим. Чуть попозже. Не сейчас. Сколько? 28. Вот это я понимаю. 29. И... ого, нифига себе. Даже Neon Berry выпало. А, это из листочка. Короче, 30 штук, можно так сказать. 30 ананасиков, ребята. Вот это я понимаю. Вот что делает скорость. Может, нам что-то на скорость взять? У нас ничего нету на скорость. А, да. Можно взять наплечник, который нам скорость даст. Давайте мы его возьмем. Я помню, как я в одной из серий бомжика в начале, в самых начальных сериях, я брал этот наплечник. Где он? Вот, Player Move Speed. Вот, он меня очень сильно ускоряет. Я сейчас буду нормально фармить. Нормально передвигаться так. А можно еще ойл юзнуть. Хотя ради этого юзать ойл это слишком. Это, мне кажется, очень глупо будет. Поэтому я не буду юзать. Окей. Юзаем еще росточек. Опять обычный. Да, жестко. Это вам не папи-симулятор, где я захожу и два раза подряд легендарный сундук спавню. Это вам, да, не папи-симулятор.
Я тут не разраб. Хотя я там ничего себе не накручивал, там просто мне так реально повезло. Оп, оп, оп. Может, это так как Roblox меня вот как-то величает. Вот, смотри. Какая у тебя хорошая удача. Типа. Так. Сколько? 26. 28. 29. Серьезно, 29? Еще одного не хватило. Да блин. Короче, я пока не успокоюсь. Пока есть листочка. А вот. Не найду. Вот, нашел. Значит, можно продолжать фармить росточки. Сколько у нас? 343. То есть еще два ростка по 30 и все. И мы, ребят, идем покупать пояс. Ну блин, это потно. Потно, серьезно. Плюс два ананасика, вот, и с листочкой, и с поля одно. Блин, дайте, пожалуйста, мне из какого-то моба один энзим. Я буду очень рад. Короче, ладно, хватит болтать, поехали. Опять обычный. Блин, почему не редкий? Из редкого я бы 90 нафармил. Там очень много выпадает ресов. Ладно. Ладно, поехали. Поехали сюда, быстро. Забираем все ресы. Вот так, сколько уже у нас? Пока что немного. Сколько? Я не вижу вообще. 15, 16, что там такое за число мелкое? Давай. Смотри, тут два ананасика. Блин, только один успел забрать. Отлично, 29, да? 28 и с листочка один. Ну и тут еще один с листочка. Короче, 30. Все, последний, ребята, росток. Все-таки нам не понадобилось очень много. Из 6 ростков мы дофармили то, что нам надо было. Зачем я ананас кидаю? Я не понимаю. Короче, ладно, давайте, фармим. Последний росток. Тот чувак там фармит, в него шарики летают, как будто бы он на каком-то празднике был. Во, смотрите. Плюс один. Ну, короче, 20 штук нам осталось. 20 штук мы тут сейчас на изи наберем. Вот, и пошли. Смотрите, тут сразу пачка. Тут сразу пачка. Тут сразу пачечка. О, там еще и мантис появился. Сейчас, если я его убью, там, если выпадет оттуда много ресов, то... Так, 20 уже собрали. Все, ребят, мы накопили на пояс. Можете меня поздравить. Ура, бомжик наконец-то себя немножечко апнул. Так, давай. У нас 5 лямов. Ой, не 5 лямов, а 500 лямов монет. А я смотрел, там вроде пояс 75 лямов, а не 150 лямов. То есть я немножечко переборщил, ребят. Ну, ничего, пригодится для следующей серии. Все-таки не надо было код юзать. Ну ладно, пригодится. Для будущих серий пригодится этот весь мед. Вот. А, кстати, ребят, вы там мне в комментариях писали, что я одну серию не выпустил по бомжику, где я купил себе еще пластика, ребят. Да, это все было на Бисмосе. Я снимал там очень классную серию с монтажиком. Ребят, с монтажиком. Я там делал кабади. Так и не доделал этого кабади. Я там купил себе шипастик. Я там себе купил что-то еще. Плюс достал алмазное яйцо, кажется, вроде, не? О, у меня так много алмазных яиц. Ну, короче, вот это вот все я не помню, откуда у меня... Ну, короче, много чего я там был сделал. Должна была выйти серия на час, но я ее не выпустил, потому что я кабади не сделал. Я устал. Такой, взял и плюнул на эту серию. Короче, ребята, извините, вот без одной серии. Опять. Как всегда, ничего нового. Все, теперь, ребята, мы идем быстренько и крафтим себе недостающиеся энзимки. Это 8 штучек энзимок. Давайте мы сейчас вот... Вот тут вот 8 штук. А, блин. Я говорил, зачем мне мед? Зачем мне мед? Вот зачем. Чтобы купить себе рояль желе, которых мне сейчас не хватает. 3 штуки мне хватает, на 5 не хватает. То есть, ребят, 50 штук мне надо сейчас купить. Раз, два, три, четыре, пять. Фух. Все-таки хорошо, что я нафармил. Все-таки не зря. Не зря я устроил этот фарм. Короче, друзья, все. Так вот наша серия подбегает к концу. Давайте мы сейчас вот... Пятерочка или восьмерочка? Вроде восьмерочка, да, восьмерочка. Ускоряем затики-то, я не буду ждать. Сейчас вот почти час. Я понимаю, что так не надо разбрасываться ресурсами. 8 тикетов это тоже хорошая, ценная вещь. Достойная, ну, чтобы вот так вот взять и не профукать. Но я вот специально для ролика беру и трачу. Вы можете подождать. Вам не советую так тратить. Короче, ребята, крафтим пояс.
Вот так вот, ребята, мы сейчас уже выглядим. А, у нас почти самый крутой пояс. У нас масочка хорошая, палочка хорошая, рюкзак хороший, ботинки хорошие. Короче, у нас все хорошее, кроме наплечников. Хотя наплечники тоже почти самые хорошие. А, стоп, наплечник надо заменить. А, ладно, как-то заменим, но не сейчас. Давайте так... Это чье? Это не мое. Давайте мы сейчас еще кое-что посмотрим, чем нам нужно для следующих серий. Мне кажется, следующая серия фиг знает, когда выйдет, потому что, ну, там нужно много ресурсов. Смотрите, если посмотреть на наплечник, вот этот вот, здесь опять нужны энзимы, а здесь ойлы. Ну, если посмотреть на семечки, у нас семечки есть, то есть на ойлы должно хватить. Вот эти вот глиттеры должно хватить. На глиттеры должно хватить. Шипы, если на фарме будет хорошо. И на... В принципе, ребят, в следующей серии можно купить себе Crimson Guard. Но, блин, друзья, это... Я не знаю, сколько времени займет до следующей времени. Короче, ребята, вот... Вот такой вот ролик, вот такая вот серия. Если кому-то понравилось, если кому-то понравилась эта серия, если кто-то скучал очень сильно за бомжиком, ребята, обязательно лайкосик давайте за то, что я все-таки не забросил без фарм. Я не знаю, есть ли вообще какие-то ютуберы, которые еще до сих пор снимают Бисварм симулятор. Я за тех ютуберов, которых, ну, ребята, вы давно смотрели, у которых сейчас много подписчиков, и есть ли кто-то из них, кто сейчас еще снимает Бисварм. Ну, реально, я честно... Вот, я не забросил. Я говорил, что я буду продолжать снимать. Я говорил, что я там буду продолжать снимать еще Шиндо. Ну, Шиндо, ну, прям сейчас вообще не тянет к Шиндо, потому что, ну, у меня сейчас своя игрушка есть. Я говорил, что еще анбоксинг пройду до конца. А анбоксинг я пройду до конца, потому что я там, ну, много чего задонатил. Хочется все-таки дойти до конца. Ну, и, в общем, вот как-то так, ребят. Вот такой вот ролик получился. Если кому-то понравился, ребят, обязательно лайкосик, подписочку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И заходите, ребята, в PUBG симулятор. Игрушка реально годная. Всем пока.